Привет, друзья! Это Анна. Сегодня на моем канале есть гость. Его зовут Виталий Сумароков. Виталий – мой друг из города Краснодара. И он музыкант и композитор. И он согласился сегодня прийти на мой канал и рассказать нам о своем очень интересном пути, его становления как музыканта. Виталий, привет! Здравствуйте всем. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что нашел время прийти. Но у тебя, на самом деле, очень интересная история. Друзья, значит, Виталий не учился музыке профессионально. И он при этом стал известным в городе Краснодаре, потому что он брал свой рояль, тащил его в центр города и там играл для проходящих мимо людей. Я правильно рассказала? Да, да, я так делал, ну, не только в Краснодаре, и в Ростове, и в Сочи, и в Санкт-Петербурге. Слушай, ну мне сразу интересно, рояль у тебя на все эти города один? На южной территории, да, был один. Я там как-то перевозил его. Но так я везде приезжаю в город и нахожу фортепиано, ага. и делаю вот с ним этот перформанс. Он же тяжеленный. Да, как да. Как его везешь? Да, где-то 300 килограмм, бывает там 350, бывает 250, но это все очень тяжело, да. Ты находишь его на Авито, там его продают за 1000 рублей. Ты приезжаешь, его смотришь, будет хорошо же, если он настроен, если он в порядке. Если нет, то ты его потом после этого настраиваешь, вызываешь мастера, он его смотрит. Ну, я сразу беру его и везу на улицу. Потом вызываю туда настройщика. Настройщик приходит, говорит, что почему инструмент на улице, что с ним будет. Я говорю, ну вот я вот так вот буду его использовать, буду делать уличные концерты, хранить его вот тут где-то у подъезда. Офигеть. Он такой, ну окей. Подожди, а как ты его тянешь? Ты веревку какую-то прикрепляешь, вызываешь грузчиков? Ну да, вызываю грузчиков, иногда сам. Ну я умею сам его передвигать, так как большой опыт уже. Так сейчас в последнее время грузчиков, да, вызываю, уже спина не та. Так, и ты его хранишь реально у подъезда, и у тебя ни разу его не украли, не увезли. Украли. Украли? Да ладно, расскажи. Вот, такие тоже моменты были. Иногда инструмент может пропасть. Вот в Питере такое было, что у меня из парадной украли инструмент. Просто в какой-то день я прихожу, и его нету. Потом я спрашиваю, и мне говорят, да, вот приехали и вывезли его. Видимо, какой-то был классный у меня инструмент, я даже не помню уже какой, и, видимо, его вот так вот кто-то приметил. Виталий, скажи, как тебе такая идея, в принципе, пришла в голову? 11 лет занимаюсь музыкой. Тебе сейчас сколько лет? 31. То есть ты начал, да, когда тебе было 20. Ты не 20 учился лет в музыкальной школе. Да, да, это было вот как хобби, такая страсть. И вот я начал заниматься, и прям буквально за полгода научился играть. Что-то такое базовое. Мне нравился Филипп Гласс, мне нравилась классика, ну и вообще музыка, музыка, углубляться. И как-то начал играть, и меня пригласили поиграть в каком-то ресторане. Я поиграл и заработал деньги, и вот началось мое развитие. Переход от какой-то такой работы, рабочей работы, переход в какой-то музыкальную личностный рост.
Но для меня это значит одно, что ты потрясающе талантливый, потому что я окончила музыкальную школу, я 7 лет долбила по клавишам, и меня попроси выйти что-нибудь сыграть, я в жизни этого не смогу сделать. А ты научился сам и зарабатываешь на этом деньги. Это как вообще? Ну, вот так вот. Какое-то стремление, страсть. И почувствовал в какой-то момент. Слушай, а как ты учился? Ты открывал видео на YouTube, или ты нанял себе учителя, ты изучил ноты? Как ты все это делал? И YouTube, и ходил на пару занятий, и, ну, просто информация. YouTube, чтение, какие-то, ну, все лайфхаки, разбор каких-то композиторов, ну, как техника, что они играли. Ну, все это механика, все это математика, и, ну, и чуть-чуть вот таланта, и своего какого-то видения. Ну, вот. Ты не преуменьшай, я думаю, что очень много таланта, на самом деле. Я слушала много того, что ты сочинял, то, что ты играл, это очень здорово. Вот опять же, такие технические моменты, то есть ты умеешь читать ноты с листа, да? Ты, если тебе поставить... Нет, вот это не умею. Это я исключил из своего музыкального образования, ну, потому что мне это не нужно. Я больше сочиняю музыку, если для кого-то нужна партитура, я могу обратиться, и человек напишет. А так все это, в принципе, сейчас делается в секвенсоре, я работаю в Ableton Live. Так. Музыкальная программа а-ля Photoshop, Adobe, вот. И, в принципе, сейчас вот этот старый язык нотный, он не супер нужен. Как бы есть современные оркестры, в Санкт-Петербурге есть неоклассический оркестр для современных композиторов. Ну, язык можно найти без образования уже, как бы, да. Ну, все твои задумки можно... Как-то реализовать без партитуры. Ты на самом деле просто сейчас сломал у меня что-то в голове, потому что мне очень трудно представить, что можно без нот сочинять, писать, играть. Вот представь себя 5-летним мальчиком. Вот у 5-летнего Виталика есть мечта стать музыкантом? Нет. То есть в 20 лет тебя что-то щелкает, и ты такой, я пойду научусь играть. Наверное, лет 10, в 11, вот это первое знакомство с музыкой, такое прям, что это? Вот у меня было. Я услышал Gorillaz, альбом, вот первый, Clint Eastwood. И вот он меня поразил прям. Это что-то нереальное, да? Там было хип-хоп, рок, все там, все вместе, электроника и... Ну, и сейчас я знаю, вот, что, как это все делалось. Это очень круто. Вот это 10 лет, да, наверное, все началось так. Что такое музыка, да. Я помню, я брал синтезатор у друга, пробовал вообще. А, нет, первое, я скачал эмулятор на компьютер. Можно скачать такую, типа, программку, и ты будешь на клавиши нажимать, и будет звук типа пианино. Вот так. И я начал вот так вот нажимать, вот так, пам-пам-пам-пам, и типа как играть. И у меня даже первая мелодия была. И я записывал это. И такой, вау, как классно, там, показывал друзьям, там, маме, бабушке. Такой, вау, смотри, тут вот такая грустная. Этот. Я просто так, пим-пим-пим-пим. Потом я работал в молодежном центре. Это был, как бы, так сказать, заброшенный кинотеатр, и там находились очень много инструментов. От концертных роялей до каких-то винтажных роялей. И куча пианин. На каждом шагу были клавишные инструменты. Я вот там, пока работал, я играл. И вот, и все офигевали. И я такой, типа, ну вот, я тут балуюсь. Это еще до всего, типа, это вот хобби мое было. Вот так. А у тебя интересная история покупки первого инструмента.
Правильно, да. Я понимаю? Расскажи. Копил очень долго, работал грузчиком, накопил и поехал на скейте за ним в магазин. Помню этот момент. Магазин закрывался, и я успел купить, выбрать его, подобрать себе. Обязательно, ну, я до этого ходил еще, слушал звук фортепиано, потому что у меня уже было какое-то представление хорошего звука. Я выбрал свой синтезатор сам. Ну, был самый дешевый какой-то обычный китайский синтезатор. Но звук этот был прикольный. Но он до сих пор у тебя есть? Нет, я его сломал как рок-звезда. В смысле? Пополам, что ли, как гитару? Да, однажды я выступал, и мне не понравилось мое выступление. Ну, там много было всяких моментов. И я его вышел и разбил его. И, ну, просто сломал напополам. А расскажи, пожалуйста, вот как ты пишешь музыку? Вообще я не могу понять, как люди могут сочинять музыку. Я могу понять, как словами можно там что-то написать. А вот как ты мыслить звуками? Ну, опять же, да, берешь программу, и, ну, это как современная нотная тетрадь. Так. 100 лет назад, да? И начинаешь писать. Но тут ты уже пишешь и сразу же слушаешь. И потихоньку как-то собираешь свое настроение. Или какое-то придумываешь такое настроение. Потом начинаю применять какие-то библиотеки звуков, библиотеки инструментов, которые мне нравятся. И вот что-то делать со звуком. Это от электронной волны физически до какой-то африканской перкуссии или каких-нибудь ситаров и каких-то непонятных струнных инструментов народных. Офигеть. Ну, куча всего, да. Сейчас я работаю с электронной музыкой, и там бесконечность, да. Этномотивы очень меня вдохновляют. Африка. Очень классно, мне нравится культура всего мира, что везде что-то, какие-то свои уникальные темы, какой-то дудук, какой-то, какие-то перкуссии, какие-то бубны, что-то везде, какие-то разные звуки. Мне нравится это. А что вдохновляет? Вот как ты идеи свои находишь? Наверное, от эмоционального какого-то состояния. Не знаю, солнечный день, классно. И да. Музыка может писаться классно. Так, а дождливый день? Дождливый день тоже классно, и музыка соответствующая может писаться под него. Эмоциональное потрясение тоже, да, какие-то любовные расставания, какие-то любовные переживания, да, они тоже вдохновляли меня писать вот фортепианную какую-то, ну, неоклассику, такую меланхоличную. У тебя есть муза? Энергия. Да. Расскажи. Это моя девушка, Оксана. Она мне помогает, она меня менеджерит. Мы сейчас недавно сделали перформанс как раз. Этот перформанс рассказывал о ней, ее откровение, ее голос и моя музыка, и вот какое-то пространство, и все свое любимое. Как собрали уютное, сделали свечи, запахи, цвета. Есть такое понятие у художников, например, насмотренность. Есть такое понятие начитанность, да, когда ты много смотрел, много читал, и ты потом можешь что-то изображать свое. Наслушанность – это важно?
То есть вот для композитора важно слушать других композиторов? Да, и вообще, как ты хочешь. Я иногда голодаю, там не слушаю ничего. Когда что-то свое делаешь, зациклился на своей какой-то идее, не хочешь ничего другого слышать, не хочешь дополнять, допустим, да, ну, как, я уже технически смотрю на музыку, да, и любой какой-то прослушанный сет или композиция, я могу ее разобрать и такой, о, вот это классно, вот это возьму. Mm-hmm. А когда вот написание альбома, допустим, я ничего не слушал, у меня была отключена подписка на стриминг, и я был прям на голодании. Чтобы не подцепить так лишнего, да, не своего? Да, не подцепить лишнего, потому что все уже было собрано в голове. А когда ты не особо пишешь музыку, то можешь слушать ее, да, и включаю какие-то сеты, и вот наполняюсь после каждого сета, да, что-то какие-то темы запоминаю, такое, классно, вот это классно, тут он соединил это с этим, и вот так вот, и себя наполняю, и потом это все накапливается, и может родиться какую-то композицию или опять альбом, и что-то, может, еще какой-то проект. Ну, и я еще видела, что у тебя был очень крутой проект, что использовали твою мелодию для одной известной в России программы, «Танцы» называются, да? «Танцы» на ТНТ. Да, это коллектив из Санкт-Петербурга. Мы познакомились с девочками, они танцуют современный танец, они вот прям живут танцами. Ну, и для танцев нужна музыка. Вот, и с ними мы как-то познакомились и сделали сначала какие-то такие небольшие проектики, там-сям поучаствовал, и потом мы съездили на фестиваль танцев, я даже там писал ambient музыку для них. Вот, а потом вышло так, что они отправили заявку на танцы с моей музыкой и прошли. Да, это прикольный резонанс. Классное участие, классная, да, такая работа большая. Классическая музыка. Это скучно? Тут нужен ключение такое, ключ, первый шаг, наверное. Когда ты вот зашел, открыл эту дверь, то точно не скучно. То есть главное начать, да? Да, тут надо начать, ну, какой-то момент в жизни должен произойти, да, и ты будешь знакомиться с ней. Всегда можно поставить музыку на фон какой-нибудь, лучшие композиторы мира и послушать. Но ты слушаешь? Да, иногда сам прям слушаю и что-то новое открываю. То есть ни одной электронной музыкой ты живешь, да? Ни одной неоклассикой? Нет, конечно, да. Да это же все музыка. Ну, они также были композиторами. Все это было авангардное в то время. Все они тоже придумывали разные свои задумки, осуществляли. Просто у них было реально только скрипки, духовые и фортепиано. Барабаны, там, колокольчики. А у нас сейчас по насыщеннее. Оркестр. Скажи, а ты концерты даешь? Да, концерты даю. Сейчас все редко, но даю. Я музыкальный директор еще в баре. Там джаз, джаз-блюз. Я там играю иногда с разными музыкантами. Иногда один. Виталь, ну спасибо тебе огромное. Просто очень интересно было с тобой поговорить, узнать твою историю. Друзья, я пропишу все ссылки, приглашаю вас послушать музыку прекрасную. И подписывайтесь на Виталика в Инстаграме. Где еще можно тебе подписаться? Да, все соцсети. Виталь, спасибо тебе огромное. Очень было здорово с тобой пообщаться. Спасибо вам.